С голливудской скоростью в центре Мукачева воры вынесли из магазина несколько десятков шуб из натурального меха, и на все про все у них ушло меньше минуты. Владельцы магазина заявляют о краже на 1 200 000 гривен. В полиции уже установили, что грабителей было трое. Уголовное дело они открыли по статье «Хищение в особо крупных размерах». Наші колеги з ДСО прибули менше, як за 3 хвилини, проте на місці працювало кілька людей, і крадії справилися менше, як за 45 секунд. Вони встигли винести близько 25 шуб. На даний момент ще немає товарознавчої експертизи, яка встановить суму збитку.